Здравствуйте, меня зовут Инна. Это канал Спикизи. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. А это видео посвящено грамматике английского языка. Мы с вами в течение трех предыдущих уроков изучали, как строятся в настоящем времени, в present simple tense, утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения. На каждом уроке была отдельная тема. А сейчас эти три темы мы объединим в одном уроке, чтобы вы еще раз имели возможность закрепить все это на практике. И кроме того, в этом уроке мы еще рассмотрим, как же формируются краткие утвердительные и краткие отрицательные ответы. Прежде чем мы перейдем к видеоуроку, я бы хотела попросить, друзья, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и задавать вопросы. Например, сегодня тему «Краткие утвердительные и краткие отрицательные ответы» я добавила после того, как эта просьба прозвучала в комментариях. Чтобы записывать для вас полезные уроки, мне нужно знать, конечно же, ваше мнение. Поэтому ваши отзывы очень важны. И кроме того, когда я планирую урок, когда я записываю видео, мне хочется знать, что это кому-нибудь нужно. Поэтому, друзья, я призываю вас после просмотра этого видеоурока или любого другого не оставайтесь равнодушными, оставляйте лайки, комментарии и задавайте вопросы. Ну а сейчас настоящее простое время. Present Simple Tense. Это время нужно для того, чтобы передать обычные, постоянные действия в настоящем. Знать принципы английской грамматики совершенно недостаточно. Нужно как можно больше практиковаться и говорить на английском языке, применяя полученные знания. Именно поэтому сегодня я записала такой урок, где вы имели бы возможность еще раз попрактиковать утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в своей речи. Не забывайте все обязательно говорить вслух. Давайте сразу скажем утвердительное предложение. Мы живем в Италии. We live in Italy. We – подлежащее на первом месте. Live – глагол в первой форме, на втором месте. Такой порядок построения утвердительного предложения. Давайте теперь скажем отрицательное предложение. Мы не живем в Германии. We don't live in Germany. На первом месте we – это подлежащее мы. На втором месте отрицание don't. Это переводится не. И затем первая форма глагола live. Давайте зададим общий вопрос. Ты живешь в Греции? И дадим ответ да. Do you live in Greece? Yes, I do. Друзья, если вы ответили просто yes, это тоже правильно. Но вот этот ответ yes, I do, это и есть краткий утвердительный ответ. Давайте теперь разберемся, как же формируется краткий утвердительный ответ. На первом месте всегда да. Ну, мы же соглашаемся, значит yes. На письме это выделяется запятой. В речи запятая никак не проявляется, конечно же. После запятой мы используем местоимение. О ком, собственно, идет речь в предложении. А после местоимения обязательно соответствующий этому местоимению вспомогательный глагол. Данный вопрос адресован к собеседнику. Ты живешь в Греции? И человек как будто бы вам отвечает, да, я живу, но только вместо «живу» используется вспомогательный глагол «do», потому что именно он соответствует местоимению «I». Итак, в кратком утвердительном ответе три слова. Первое слово «да», второе слово всегда местоимение, о ком идет речь. И третье слово в данном случае у нас всегда пока только вспомогательный глагол do. Давайте теперь переведем вот такое утвердительное предложение. Они путешествуют по Англии.
Для того, чтобы перевести это предложение, вам понадобится слово around. They travel around England. Вот где находится слово around. Это и есть по Англии. Around England. Давайте скажем теперь отрицательное предложение. Они не путешествуют по Индии. They don't travel around India. А теперь зададим вопрос. Они путешествуют по США? И скажем нет. Do they travel around the USA? No, they don't. Если кто-то сказал просто no, это тоже правильно. Но вот то, что мы видим, no, they don't, это краткий, отрицательный ответ. Давайте теперь посмотрим, как же формируются краткие отрицательные ответы. Мы не соглашаемся, поэтому, конечно же, первое слово – это no. Запятая, которая в речи никак не проявляется. Опять же, на следующем месте после запятой местоимение, о ком, собственно, идет речь. А на третьем месте вспомогательный глагол do, который соответствует местоимению they, как мы изучали до этого, но он сокращен вместе с частицей not, и это обязательно. Мы говорим don't. По сути дела, мы как бы два раза дублируем отрицание. На первом месте no, и на последнем, на третьем месте don't. А еще давайте обратим внимание на название страны США. До этого были примеры стран Англия, Индия. Мы использовали, конечно же, без артиклей, потому что название стран, как и имена, фамилии, используются без артиклей. Но не все, есть исключения. И вот страна США как раз является таким исключением. Как бы мы ни использовали название этой страны, то ли в сокращенном виде США, то ли полностью Соединенные Штаты Америки, всегда будет использоваться с названием этой страны именно определенный артикль «the». The USA – США. The United States of America – Соединенные Штаты Америки. Таких стран несколько. Эти страны используются с определенным артиклем именно потому, что в состав этой страны входит существительное, а артикли всегда имеют отношение к существительным. Здесь существительное слово «штат» – «state». Вот именно к нему и относится артикль «the». Итак, нужно запомнить, что США или Соединенные Штаты Америки – всегда используется с определенным артиклем the. The USA. Еще можно часто встретить название страны the US. Это тоже правильно. Соединенные Штаты. Давайте теперь переведем утвердительное предложение «Я изучаю китайский». I study Chinese. Обратите внимание, что в английском языке название стран, а также название языков пишется всегда с большой буквы. В русском языке название стран пишется с большой буквы, но название языков пишется с маленькой буквы. Давайте теперь скажем такое предложение. Я не изучаю японский. I don't study Japanese. Зададим вопрос. Ты изучаешь французский? И ответим «да». Do you study French? Yes, I do. Мы задаем вопрос к собеседнику. Поэтому он как бы отвечает «да, я изучаю». Но вместо слова «изучаю», конечно же, по правилам формирования краткого утвердительного ответа нужно использовать только вспомогательный глагол do, потому что именно вспомогательный глагол do соответствует местоимению I.
Друзья, на данный момент мы с вами разобрали только 4 местоимения I, we, you, they и только один вспомогательный глагол, который им соответствует. Скажем такое предложение. Мы едим рис на завтрак. We eat rice for breakfast. Или we have rice for breakfast. На самом деле глагол have имеет основной перевод иметь, но он часто переводится по смыслу. И вот в таких предложениях его используют, конечно же, чтобы передать смысл «мы едим», «мы кушаем». Это вполне допустимое использование слова «have». Давайте скажем теперь отрицательное предложение. Мы не едим жареную пищу на обед. We don't eat fried food for lunch. Обратите внимание, что выражение «на завтрак», «на обед», на ужин формируется только с предлогом for. Когда вы едите что-то на завтрак, когда вы пьете что-то на обед, это несущественно, едите или пьете, не это важно. Важно, что нужно использовать именно предлог for. For breakfast, for lunch. А теперь давайте зададим вопрос. Мы едим хлеб на ужин и скажем нет. Do we eat bread for dinner? No, we don't. For dinner, на ужин, тоже предлог for. Давайте скажем такое утвердительное предложение. Я пью чай по утрам. I drink tea in the mornings. Or I have tea in the mornings. И глагол drink, и глагол have – мы можем использовать, когда говорим, что мы пьем чай. Давайте теперь скажем отрицательное предложение. Я не пью кофе после 6. I don't drink coffee after 6 o'clock. Или же мы могли бы использовать глагол have, и тогда бы мы сказали I don't have coffee after 6 o'clock. Это тоже правильный вариант. Зададим вопрос. Ты пьешь молоко каждый день? И ответим «да». Do you drink milk every day? Yes, I do. В вопросе также можно было бы использовать глагол have в значении пить. И тогда бы вопрос звучал так. Do you have milk every day? Yes, I do. Мы живем здесь поблизости. Такое утвердительное предложение. We live near here. Выражение near here переводится здесь поблизости. А теперь скажем отрицательное предложение. Мы там не живем. Обратите внимание, что в русском языке слово там у нас стоит на втором месте. Но в английском языке есть строгое построение предложений. На первом месте подлежащее – это мы, а на втором месте должна идти первая форма глагола, если это утверждение, и, соответственно, сразу же глагол с отрицанием, если это отрицание. То есть в английском предложении слово «там» будет в самом конце. Это по правилам английской грамматики. We don't live there. Зададим вопрос. Мы живем на этой улице? И скажем нет. Do we live in this street? No, we don't. Мы можем сказать также выражение на этой улице с предлогом on. Это тоже будет правильно. Do we live on this street? No, we don't. Скажем такое утвердительное предложение. Они едят мясо и овощи. They eat meat and vegetables. Теперь отрицательное предложение. Они не едят рыбу и картофель фри.
They don't eat fish and French fries. Зададим вопрос. Они едят творог? И скажем да. Do they eat cottage cheese? Yes, they do. Мы изучаем грамматику для того, чтобы грамотно формулировать предложения на английском языке. Но только грамматики здесь недостаточно. Нужен еще лексический запас. Я надеюсь, что слова, которые я использовала в этом уроке, а это часто употребимые слова и выражения, окажутся для вас интересными и полезными. Итак, на этом видеоуроке мы с вами закончили изучать тему «Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с местоимениями «я», «мы», «ты», «вы». I, we, you, they. Со следующего урока мы продолжим тему «Настоящее простое время» – «Present Simple Tense». Но только теперь мы будем разбирать, как же формулируются утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с местоимениями «he», «she», «it». А этот видеоурок подошел к концу. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.